Частенько я хвалю светотехнику Арис. Сами в своих проектах ее используем. Вот хотел вам показать светильничек Арис Пад. Это средний размер. Есть размеры побольше, есть размеры поменьше. Это размерчик средний. Вот в таком вот исполнении. Вот так вот он выглядит. Очень, видите, хорошее такое стекло. Прям чувствуется, что толстое. Гулко стучит. Ну и вот так вот он интересно сделан. Очень интересно сделан, я бы так сказал. Своей герметичностью никогда не подводил. На некоторых светильниках даже есть эмблемка Арис. Хотя однажды я снимал под другого вида, этой эмблемки не было. На одном из двух светильников. Такое ощущение, что часть корпусов делают в Китае, часть еще где-то. А может быть, просто производство разное. Вот такой он Арис Пад. Ну, не к чему придраться, ребят. Это вам не СЛВ Булан какой-нибудь. Нормальный светильник и стоит недорого. Рекомендую.